Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья. Я являюсь председателем организационного комитета культурного центра «Шоумир», Москва. Что я хочу сказать? С большим вниманием, с большим трепетом я прослушала ваше выступление. Это оркестр бурятских народных инструментов под руководством Баира Ринчиновича Балдандашиева. Мне очень понравилось ваше выступление. Ну, во-первых, то, что вы сохраняете народную культуру, и инструменты, и музыка, и костюмы, это дорогого стоит, и большое вам спасибо за это. В целом, такое выступление на народной музыке и воспринимается, конечно, очень целостно. Что я хочу еще сказать? Ну, во-первых, сказать огромное спасибо руководителю, дирижеру оркестра Баиру Ринчиновичу за его этот труд. Я сама в свое время была руководителем народного оркестра, заканчивала народное отделение, и я понимаю, насколько это сложно. Это очень сложно, это очень много эмоциональных сил затрачивается для того, чтобы собрать все это, чтобы это зазвучало. И, конечно, профессионализм ваш как дирижера здесь, конечно, очень виден. Очень, что я еще хочу сказать? Хорошо, что тут играют и детки, и повзрослее, то есть они как бы дополняют друг друга. Вот, ну, конечно, молодцы, молодцы. Что тут сказать, что вы сохраняете эту культуру, что вы делаете такие концерты. Я желаю вам больших творческих успехов. Дальше продолжайте, насколько у вас хватит сил, энергии, чтобы это было у вас подольше. Единственное у меня замечание какое. Вы немножечко статичны на сцене. Не вы конкретно как дирижер, а музыканты. Больше улыбок. То есть вы улыбаетесь, поднимите свои головки и улыбаетесь в зал. Вы играете такую великолепную музыку и с такими кислыми лицами сидите. Поднимите головки, улыбайтесь, посмотрели в нотки и дальше в зал. Работайте на зал, больше работайте на зал. Тогда будет восприятие гораздо более успешным, вот именно ваше выступление. Тогда оно будет более зрелищным, потому что вы и так красавцы, вы народники, вы должны этим гордиться. И плюс еще, когда вы улыбаетесь и поднимаете головки и работаете на зал, то тогда восприятие будет просто, ну, супер. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Всего доброго.